Очень прикольный анекдот. Муж, короче, ходит по хате дома. Тут хлоп, жене на телефон приходит сообщение. Сайт знакомств. Виталик, привет, как дела? Может, сегодня увидимся? Муж думает, что за фигня? Неужели мне жена моя изменяет? Как так, туда-сюда? Думает такой, говорит, жене, говорит. Короче, жена, я, говорит, сегодня уезжаю, говорит, в командировку вечером, говорит. На 3 дня. Она, о, да, хорошо, собрала ему чемодан, все. Ну, он, короче, валит с дома, короче. Но он взял, купил себе бинокль, снял хату напротив и засел в нее и смотрит с бинокля, наблюдает. Тут хлоп смотрит, короче, приезжает Мерс, С-класс, там, Майбах, короче, ну, все дела. Выходит чувак здоровый, красивый, там, с букетом роз, короче. Ну, он смотрит, наблюдает, тут поднялся домой, зашел, там, достал шампанское, конфеты, там, поляну накрыли. Тут хлоп, там, Виталик этот, короче, который приехал, раздевается, снимает пиджак, там, рубашечку, весь накачанный, там, весь в кубиках, ну, просто парень огонь, как говорится. Ну, тут хлоп, жена заходит, там, скидывает халатик, сиськи обвисшие, целлюлит, там морщины туда-сюда. Ну, муж такой, короче, всю эту картину ж наблюдает, такой говорит, бляха-муха, как, говорит, стыдно перед Виталиком.